Якутяне Ирина Даниленко и Илья Кузнецов стали финалистами открытого кубка Хабаровского края по бодибилдингу. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены со всего Дальнего Востока. Илья Кузнецов уже выступал на этой сцене весной на чемпионате федерального округа и стал чемпионом в категории «пляжный бодибилдинг». В этот раз он решил попробовать силы уже в классическом разделе, где завоевал бронзу. А Ирина стабильно показывает высокие результаты. Она вновь стала лучшей в номинации «Фитнес-бикини». Эти соревнования являются частью подготовки к чемпионату России. Конечно, будем делать выводы, работать дальше, жестче и идти только вперед, вперед и вперед. Уже буду развиваться только в направлении классического бодибилдинга. В планах Россия. В планах Россия весной. Достаточно последние дни были такие очень сложные в плане держания диеты, питания. А так в целом все было отлично. Ну, цели дальше будут выше уже. Другая категория у меня, ну, в планах. Не бодифитнес. Отметим, что в этом году в Кубке Хабаровского края по бодибилдингу участвовали 53 спортсмена. Кроме Ирины Даниленко и Ильи Кузнецова в делегации Якутии вошел и Александр Гренадеров. Он выступил в качестве судьи соревнований.